Ну и белые полетят, стены полетят. У нас одна игра. Угу. Да. Все, удачи, ребят. Ну, еще одна штанга, блядь. Акцент АПД, да? Да. Все, распособили себя. Все, удачи, ребят. В игре. Уверен. Потом играем. Они очень хорошо отбирают, наверное. Они, говорю, отбирают, рисуют, так что смело выносите нападающих, мы там будем от них отрываться. Значит, они не самые сильные, но надо их хватить. Очень хорошо отбирают, наверное. Они, говорю, отбирают, рисуют, так что... Это грубость, можно попробовать эту грубость. Кто? В таких случаях говорят, напряжение такое плотное, что его можно резать ножом. Этого матча ждали давно, и от его исхода зависит очень многое. Ну, мне нечего они добавить, прессуют, все ребят, верно. Сразу остаемся. Осталось подождать еще чуть-чуть, очень пессимированная команда. И наслаждаться прессуем. Игрой. Все. Уже прессинг. Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну, что, видимо, меня не слышит Рома, да? Внимательно, ближняя. Да, сейчас я на штангу встал. Обостряющая передача, будет почему? Удар! А вот это уже здорово. Он уже видел мяч в сетке, но защитник заблокировал удар. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Внимательно на подборах. Мы собрали. Спасает он свою команду. Out. Что решит судья, угловой или аут? Аут, аут, аут. Так он приближается с ними. Дави, сразу. Дави, хорошо. Губа. Очень здорово разбирается с обороной футболист. Неточная передача. Вратарь без труда забирает мяч. Давайте, Лен. Игра головой позволяет им сохранить мяч. Неуспешно. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Прекрасный пас, опасно! Ай-яй-яй-яй-яй, вот этот вот прессинг в ближний, пипец, встречать. Только не так. Прибегать, встречать. Хорош. Вот так. Потеря. Все, я в оборону. Хорош. Душ Сантуш Авейру. Забивать надо! Отличный удар. Данга. Хороший сейв с реакцией, все у кипера в порядке. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Судья назначает штрафной. Я. Карточка вряд ли. Защитник перехватил передачу. А выбор. Зачем? Подбор. Неплохо действует игрок. Кто мяч просит? Отобранный. Что выбросил. Дальше? Так у нас выбросило, да? Опасная передача, но и защитник не треплет, перехватил этот пас. Да, я случайно пропустил, как выносил мяч. Пас. Миралес. Теперь в атаке соперник. Чего? Игру и вполне карточку... Покинул мяч, я спалил. Так самое главное, что я покинул мяч вперед и решил отбежать его. В итоге я нарушил. Да? Чтобы получить мяч, надо за него побороться. Еще уже встречает. Кто? Кто, не твой?
Чего это такое, пацаны? Ну, трусик увольняем. Тут может что-то получиться. Так, кролики, так он выбросил, и поэтому... Жара, зоны тут просто было. Подарили мяч соперника. Собрать сразу. Верно, лучше не рисковать в такой ситуации. Зона. Что, полузащита все забила, штрафную. Конечно, будет зона. Так. Хорошо. Аут. Разобрали их. Спас он свою команду от больших неприятностей сейчас. Потеря. Прекрасный навес. Жаль, я один буду прессовать. Что будете делать? Разыгрывать, держать? Разыграть и навес не на дальний. А, ты на... Нет, давай лучше на 11. Все на подбор. Давай. Все на подбор, просто навес. Еще раз. Какой навес! Вратарь не без проблем, но справляется с ударом. Пас в штрафную. Хорош. Попытка нанести удар головой. Отлично выбрал позицию и перехватил пас. Росс. И навес. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Забивать надо! Какой удар! И как пробить? Ой-ой-ой. Почти. Мог он все равно офсайд. Ну там офсайд все равно. А лучше бы вышел на колы. Лэмпард. А, все. Минус такун. А почему не просто мне? Атака а куда он? На зоне убежал. Неужели не видно? И вот цех там еще раз показывает. Шикарно исполнил, а? Буду костыливать за лошадь. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Рос! Чего? Я собирался на никошель бить. А потому что там уже не дашь по-любому, даже прострелом. Уже было слишком поздно. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. Попросили дернулись или что? Плохо не просил. Мяч потерян. Он всегда будет просить. Хорош. Сильно слишком. Не лучший пас. Очень дерьмово. Мяч уходит за боковую. Рома. Не туда. Мяч ушел на угловой. Нужно время остановить. Не надо так делать. Мы живые, а не боты. Боты могут убивать, живые нет. А ближнюю, скорее всего. Или на дальнюю, я уж не вижу. Что... Ближняя. Спасает он свою команду. Угловой. Дальнюю. Держи, Жак, дальнюю. Прекрасный навес! Нормально. Судья показывает, что будет угловой. Забрали. Внимательно. Головой бьет кипер, по выход. Проверка. Не, он из ворот побегал. Встретить уже. Сука. Как же у вас вы? Ну, наверное, устали команды. Раз, два, три, четыре, пять, шесть.
Да, и сейчас настрой уже будет совершенно другой, нахер, чем у обеих команд. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Физичные существа. Ждем угловой. Готов, не готов, их играют как уроды. Накрыть игроков, чё стоят свободные, не пойму. Классно. Пацаны, вы гении, реально, вас просто мяч супер. Мяч летит в сторону ворот. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Великолепный где мяч. Уже? И добавить тут нечего. Вот интересно, а что делали в этом эпизоде защитник? Твой игрок стоит свободный, что там делать? Победила команда свое преимущество. И 2-0. Боящики. Ой, боже мой, мама, тебе не ладно. Отыгрывать 3 теперь, ребят. Играем. Возобновляется игра на стадио Олимпик. Один выйдет. Борьба за мяч. Алло. Уже. Мяч вынесен подальше от ворот. Опасность миновал. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Видите? Давай. Что такое? Очень своевременный перехват. Прошу. Нельзя было давать пройти еще. Пасу. Корпусу. Очень сохраните, своевременный отбор. Если ребят, бы не мы 2-0 проигрываем. Придумай что-нибудь. Ты же не бот. Очередная потеря. Джерард. Росс. Алан. Почти подошли к воротам, но защитник на чеку перехватил он эту передачу. Душтату Шавиру. Он бьет головой и забивает. Какая атака, а? Какой гол? Справа фланга здорово подал в штрафную, только что в обертку не завернул. Да, таким подарком грех было не воспользоваться. Ну что сказать, для этого стандарты и отрабатываются на тренировках. Да, исполнено было все идеально, начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. Хорошо разобрался в ситуации защитник и перехватил эту передачу. Росс. Подстраховали. Бежали. Тут просто подарили мяч сопернику. Лэмпард. Зачем? Кто это вообще такой? Пересек мяч боковую линию. Ну, подойдите. Серия. С
Здорово, выбрал позицию, мощный, прочитал мощный передачу, пас. Совершил переход. Точно, это пипец. Хорошо. Неплохо действует Тони... игрок, мяч отобран. Алло. Что дальше? Это не таргет, это кривожопость. Я не успел. Итак, у нас аут. Аутом выходил. Забегай, Арсен. Забегай. Я забежал уже. Три касания сделал лишних. Джерард. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Не туда. Играем до тех пор, пока не создам. И почти гол. Ведь умеет забивать футболист, и позиция подходящая. Чуть-чуть бы еще поточнее. Одну ну, все мы туда. Люди, Георгий, пусть это и банальное, но, тем не менее, мы все ошибаемся. Вот и он доказал, это, что да. Он человек, а не инопланетянин. Диас. Нападите на него, вы что, издеваетесь? Мяч потерян. Защитник перехватил передачу. На некоторое время обезопасил он свое оружие. Сейчас будет опасно. Подача с угла поля может в любой момент обернуться голом. Количество угловых в сегодняшнем матче на вашем экране. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. У меня анимация. Жеров. Помогите с прессингом здесь. Помогите с прессингом. Олень, блядь. Плохо сыграно, мяч потерян. Сразу в одно. Да, касание, давно мяч, начал атаку своей команды. Что еще нужно? Это да. Вперед. Лэмпа. Ну куда мне вперед было, давай. Я один был на фланге, а в центре густота была. Загружает мяч в штрафную площадь. С трудом сейчас мы слышим друг друга. Болельщики перекрикивают нас. Похоже, они сейчас сойдут с ума. Да, болельщики понимают, что возможно это решающим... Арбитр назначает штрафной недалеко от ворот. Ну что, прямой удар? Ну и вот желтая карточка, то есть горчишник. Первое и последнее, так скажем, китайское предупреждение. Пробил на мяч. Неудача. Игрок все делал правильно, но мяч не пошел в ворота. Нужно искать новый вариант. Да, все вокруг да около. Нужно, конечно, прибавлять скорости. Аут. Мяч в игре без задержек. Лэмпард. Опять не туда. Сука. Странная игра. Похоже, все решится в концовке. Ух, какие напряженные минуты нас ждут. Все, Бром. Слишком поторопился игрок, залез в офсайд. Блять, офсайд. Алам. Две минуты добавлено к основному времени тайм. Был хороший, а, согласитесь. Ударили Джейн, пас, Джейн. И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. Этот угловой может стать последним шансом вытащить матч. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Есть. Кросс. Пас в штрафную. Сравнять счет очень просто, надо лишь он реализовать подачу. Эту давайте. Здесь надо забивать, ребят.
Это что такое? Чётко действует вратарь на выход. 2-1 итоговый счёт этого матча. Мы видели хороший футбол, который... Получится под снос, защита под снос. Это вообще не вариант. Ну басы, ну басами.